Погнали, пока Венс, Локи уже тут. И клиент как у кого обновился, там не заебали ждать. Не знаю, мне не писало, что типа выкидывается. Я ебал, я 30 минут ждал, ждал, думал, в пизду, блядь, вырубил, так зашел через. Зашел твой челик, не? У него прогрузка в мир идет. Thank you.
Да я его суманил уже. Ну, он здесь. Беги, малышка, беги!
Охуенный маг. Ага, скилл. Воткнул порт, балт. Воткнул. Попробовал. Сука, это твой знакомый, что ли? Нет, это пятая карта, который. Это охуенно. Что, у пятой карты мозгов нет совсем? Мосса, ты здесь? Выйди, пожалуйста, ты где? О, чей-то рабочий форт, да? Отойду пока кофе, если ты наводишься. Вот я рыбу поставил. Привет. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, чудовища, не чета героям Альянса Тирион. Будешь правого червяка танчить огненного. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин.
Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Нужно выбрать цель. Следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Чудовища повержены! Допускайте. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Тончи этого босса, я свой побью. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению!
случилось? Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Да не попался весьма лично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда! Лишь победив их, вы заслужите достойную награду! Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Там еще есть у кого-то. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Значит, Мататай будешь таунтить и сражайтесь во кидать. Славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Жесть. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Только недолго. У меня нет танкоспекта. Там просто оковы надо кидать и все. Луна, Локи, как обычно. Шокул будет танчить Вульфсор. Так, треугольник буду я держать. Туасенг, поздравляю. Имейте в виду, его надо будет контролить. Просто оковы ему кидай притяжку из рейда. Но остальные ДК тоже помогайте там, кто не тупой. Первого убиваем Лока, звездочку. Второго убиваем Ханта. Кружок. И еще контролим череп, чтобы он не хилил. После звезды кружка будет бинт крестик, а потом череп. Все, чек. Притяну звезду один раз, потом сами еще притянете дальше. Беги, малышка,
беги! 10 лет таунта закончилось, кидаешь оковы. Старайся кидать таунт тогда, когда нет оков, или когда быстрее ходит. Все будет плохо вообще. Звезду убили, бейте кружок. Когда убьете кружок, скажете. Мататая, подхилите. Они на мне все злые. Хотя вроде меньше. Это лучшие представители Орды. После крестика черепок. Черепок зергайте. Тряпка. Ну все, зергать вот эту луну, рядом хилает Ангара и Манат. Даже никто не умер. После сегодняшнего дерьма мы стали слабее, как лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ты бери белую сферу. Тончи левую вальку. Смотри только, чтобы она ни на кого не сорвалась, никого не сорвала. Она должна сорваться. Если она срывается на меня, то не спеши таунтить. Только если на другого кого-то сорвется, то таунтишь. Все, поехали. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Тебя оценили и признали. Ничтожество!
кому нужен выбор, анролом пишем твоим. Могу заанролить. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Также Т4 можете, если кому надо будет. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Чё сейчас ДС на аукционе стоит? 800. 800. Ты на боссе, я жука подержу. Я двоих подержу. Ты босса держи, я одного подержу, а ты второго под босса. Я могу двоих танчить. Да не надо, я с собой просто бить буду. Все, давай пуляй. Мы будем кливать. Это место станет вашей могилой. Надо. РБД, побейте вон жука. Господин.
успели, успели. Маги порчу дроп. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Ты в 10? Сука, хох, ну блять. Опять поставил? Да хули поставил, ебать. Я ему написал, говорю, блять. Поставишь и жди у портала. Он, ебать, ждет у портала, только у него своего, блять. Сука. Ебать. Ну и в курсе, да, вот этот портал, который Макс ставит, этот тон. Когда убила нуба. Ебать, стоит возле него такой. Сука. Тролль, 80 уровень, блин. Ты ж не уточнил, какого портала. Нужно подойти поближе. Топовый челик, блядь. Пидоро. Нару нас не забыли.